Так, как настроить два канала на телевизоре Xiaomi? Заходим в главное меню, вот эта кнопка MIUI. Заходим в раздел настройки. Вот вверху шестеренка. Выбираем раздел ТВ. И выбираем поиск каналов. Выбираем антенну и ждем. Далее выходим, проверяем. Все работает. Если нашло меньше 32 каналов, встаем на канал, который работает, нажимаем ОК, переходим в раздел «Дополнительно», выбираем «Диагностику», и здесь видно уровни сигнала, уровень и качество. И подстраиваем антенну, добиваемся максимальных показателей. После этого опять повторяем процедуру автопоиска каналов.